светом есть тьма. Присутствие светом есть боль. Тогда никто не держит тебя. Тогда ты опять теряешь контроль. А вот и все. Привет, Василий. Спасибо тебе за творческую помощь и за содействие во всем. У меня к тебе всего один вопрос. Скажи, пожалуйста, что для тебя время? Время такая странная штука, которого всегда не хватает. Если в юности кажется, успеешь все, то чем ближе к концу, понимаешь, что нужно тратить свое время что-то нужное, что-то полезное, а не тратить на все подряд. Но как это ни старайся, все равно времени не хватает в обрез. Просто катастрофически. Планируешь на день что-то делать, и все не хватает. Вот такой тебе мой ответ. Спасибо, Василий. Давай, удачи тебе.